Добрый день. Меня зовут Николай Машукели. Я работаю в компании Миэль. И сегодня я вам представлю двухкомнатную квартиру 44 квадратных метра в городе Балашиха на улице Победы. В пятиэтажном доме на четвертом этаже. Сейчас мы туда поднимемся и увидим эту квартиру. Заодно мы посмотрим и двор. Вот такой зеленый двор. Так, никакой мы заходим в квартиру. Первая дверь деревянная. И видим такую муниципальную отделку. Запроходная комната. Выходим на балкон. И видим с вами маленькую березовую рощу. Окна смотрят березовый двор. Сейчас мы посмотрим с вами кухню. Вот такая отделка. Эти окна тоже смотрят во двор. Сейчас мы посмотрим с вами ванную комнату. Вот такая ванная комната. Это зелень, которая окружает город. Это экологически чистый район, действительно, Подмосковья. И, конечно, небольшая удаленность от города Москвы.